Пассажиры лайнера под названием «Мутиара Тимур I» выкладывают в соцсети ролики с экстренной эвакуацией судна. Дело в том, что сегодня утром лайнер загорелся у берегов Бали. Судя по кадрам, никакой паники нет. Люди в спасательных жилетах ждут, когда их спасут. Ayo, lur, kita udah kebingungan nih. Asapnya udah mulai naik ke lantai dua nih. Mutiara Timur, ada mobil yang kebakar di bawah. Помощь подоспела в течение часа. Пассажиры по канатам пересаживаются в небольшие судна, которые были поблизости, и в лодке к спасателям. Wah, ALP bocor. Kebakar. Причины пожара пока неизвестны. Также нет никакой информации о пострадавших. В данный момент эвакуация продолжается.